коробку мы производим из любого вида картона, используем трехслойный, пятислойный гофро, микрогофрокартон, делаем коробку из коробочного картона, делаем коробку из картона хромерзац. Я много знакомых имею среди инвалидов, и очень многие не работают. Может быть, кто-то и хотел бы работать, но работы нету. Такие предприятия, конечно, надо развивать, потому что на, так сказать, на пенсию много все равно не проживешь. И инвалиды, как все люди, имеют детей, имеют семьи.